Всем привет! С вами выпуск международных отношений 2012 года. Привет всем, кто нас узнал, всем, кто не узнал, всем, кто сейчас сидит в актовом зале, смотрит это видео. Я хотел бы поздравить родной факультет с днем рождения, а также поздравить с днем рождения Иньяс, которому исполняется 100 лет. Офигенная круглая дата. Пожелать вам всем хотел бы того, что Иньяс, наверное, дает практически каждому студенту в это замечательное, классное студенческое время. Вы наверняка обретете друзей, которые будут с вами на протяжении оставшейся жизни. И это, пожалуй, самое лучшее, что можно пожелать в этот праздник. Да, будучи студентом, меня лично и почти всех интересовал вопрос, кем же мы будем после 5-4 лет обучения на факультете международных отношений. Честно скажу вам, что мало из нас, кто стал дипломатом, консулом, работает в посольстве. Но что случилось с нами, что с нами стало, мы постараемся показать. Всем привет! Что мне дал факультет международных отношений? Это возможность работать вместе с огромной американской IT-компанией. Мое знание английского языка помогает мне каждый день, поэтому я хочу сказать огромное спасибо. Помимо этого, я сама себе начальник, я работаю, когда хочу, зарабатываю столько, сколько я хочу, и это только благодаря вам. Поэтому огромное вам спасибо, я желаю вам удачи. А теперь, стоп, а не хотите стать водителем Uber? Добрый день, приглашаем водителей работать вместе. Факультет международных отношений – это настоящая школа жизни. Он дал мне возможность отказаться от скучной работы офисного планктона. Он дал мне возможность стать настоящим интерпренером. Слышь, интерпренер, можно колёску быстрее менять? А, да, конечно, сори. Что дал мне Иньяс, это умение общаться не только с гражданами своей страны, но и с людьми по всему миру. Это знание языка на таком уровне, которое позволит мне донести информацию до любого слушателя в любой точке мира, вне зависимости от национальности и происхождения. Can you tell me, please, something about studies and mobility? Yes, of course. To become mobility, you need to go to the international office. It is on the 1-4 floor of the building, yes, and ask Mrs. Khanamova, and she will tell you, give you documents, you have to bring passport, you have to bring application, and then you can go to any country of the world, yes. Да, вот такие вот навыки очень мне пригождаются в моей повседневной работе, да, без них я бы, наверное, не был тем, кем я есть. Что дал мне факультет международных отношений? Сложно с чего-то начать. Ну, наверное, престижную работу в крупной нефтегазовой компании страны, конкурентную заработную плату, удобный график. Что еще? Одну минуту. 95 на 1000, снимай колонк. Всем привет, меня зовут Ксюша. Я закончила факультет международных отношений 5 лет назад. А что дал мне наш факультет? Ну, во-первых, возможность развиваться, работать в одной из лучших мировых компаний с мировым именем. Использование, ежедневное использование в моей работе двух языков, английского и французского. Я хочу сказать большое спасибо нашим дорогим преподавателям, факультету. Огромное вам спасибо. Чё, всё? Да, всё, закончилось. Короче, Оль, я пошла, мне уже кассу надо открывать, я не могу. Факультет международных отношений – это круто. Я сейчас работаю как пиарщик, продвигаю чемпионат мира в Нижнем Новгороде. На стадионе мы тут постоянно находимся, встречаемся с различными иностранными делегациями. Ну и... Сань, хорош болтать. Бери лопату, иди копай. Тут важная встреча, извините. Факультет международных отношений, что я могу сказать? Благодаря нему я стал успешным человеком, состоявшимся мужчиной. Я могу позволить определенный уровень жизни. Устроился в фирму, доход стабильный. Ну а где сахар? 10,50 заплатил. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Ты погасила свечи. Загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой.